Ночь искусств онлайн стартует 3 ноября в Магаданском краеведческом музее. Специалисты проведут видеоэкскурсию по выставкам «Реликвии войны», «Эвенский сувенир» и «Сумка Кутнаут». Ссылка на мероприятие будет доступна на сайте музея. Акция начнется ровно в 18 часов. Специалисты приготовили программу, которая будет интересна всем виртуальным посетителям, утверждают работники музея. В Инстаграме в прямом эфире специалист экспозиционно-выставочного отдела Саркис Агопович Тарутин проведет экскурсию по выставке «Реликвии войны». Он расскажет о вкладе колымчан в дело Великой Победы на фронте и в тылу. Наши виртуальные посетители смогут познакомиться с видеоэкскурсиями, авторскими видеоэкскурсиями, такими как «Эвенский сувенир» на русском и эвенском языках. Накануне ночной программы в музее пройдет детское мероприятие «День искусств». Сотрудники сделают его в очном формате, проведут интересные занятия и мастер-классы для ребят. Участников объединят в группу до 5 человек. Они будут находиться на социальной дистанции и соблюдать масочный режим. По словам сотрудников музея, свободного посещения в этот день не планируется.